в раковину или в плечо. Здесь можно купить вообще все. И власть отчитывается перед, скажем, за кулисы исключительно в процентах там привившихся, еще что-то, еще что-то. То же самое вот сейчас уничтожается, например, поголовье коров, животноводство, что в Штатах, что в Европе, перестают применять удобрения, переводят всех на жучков, паучков и опарышей, богатые белками пищи. Что происходит в России? Ну, там вот Мантуров вчера или сегодня заявил, что надо бы поработать с общественным сознанием на предмет того, что личинки каких-то там мух. Слышь, чувак, иди работай. Энергия есть, бензин есть, нефть есть, тепло есть, вода есть, земля есть. Ну, ребят, вы там это самое, решайте свои вопросы по поводу, кто будет главным в мире. Я лично предпочитаю в таком не управлять.